Друзья, всем большой привет, с вами Диодан. Сегодня мы возвращаемся в мир Рим 2 Total War. И наша задача, я думаю, на сегодня это разобраться окончательно с винетами, захватить Потави. Ибо в предыдущей серии мы тут с вами еще Верцелла себе взяли. В общем, я хочу объединить север Италии, чтобы мне уже никто не перечил. Проблема заключается в том, что у нас восстали этруски абсолютно внезапно, я про это забыл. Более того, скоро в Этрурии произойдет у нас очередное восстание, поэтому надо, я думаю, заранее сюда стягивать войска. Поэтому наш легион 2-й Фульмината благополучно отправляется навстречу к Пизе. Беда в том, что у Венетов здесь находится армия Каменные Вороны, и они, в принципе, могут захватить Пизу. Ну, не знаю, успеем мы с вами или нет, предстоит нам все это выяснить в этой серии. Далее, в принципе, из Плаценции можно армию вывести уже на границу с Потавием, как вариантик, да? Пусть она здесь потихонечку восстанавливается, но им желательно было бы даже и нанять, возможно, новые отряды. Давайте посмотрим, кого можем. А мы с вами можем принципов нанять. Два отряда, и давайте еще один отряд гастатов, чтобы уже Потавий находился у нас в осаде, чтобы он ничего не мог делать. Далее, легион 2 Геркулия выходит на встречу к Спалецию для подавления восставших. Хорошо, мы их с вами заберем. Ну и, собственно говоря, из Алалии, я думаю, можно будет распустить часть наемных италийских копейщиков. И вообще потом в идеале эту армию, конечно же, перевести куда-то по центру, чтобы ливийцы, если куда-нибудь высадились, мы их сразу могли бы перехватить. Так, слушайте, у нас тут с вами огромное количество неприсвоенных навыков у разного рода наших персонажей. Я, видите, тут не всегда получается делать. Слушайте, а легион 4 Марции, ты откуда здесь появился вообще? Братишка, что-то я немножечко не понял, погодите-ка, а он на ускоренном марше вообще сможет дотопать? Да, он в принципе может и до Пизы дотопать, главное, чтобы на нас эти винеты не напали. Я совершенно забыл про этот легион, честно говоря. Ну хорошо, давайте выдадим ему тогда с вами такую возможность. Хорошо, здесь мы, наверное, будем прокачивать на культурную пропаганду. Далее, кто из нас еще остался непрокаченный? Вроде бы все остальные есть, и есть у нас, по-моему, еще один товарищ. Находится Вентон. Но удивление, у нас до сих пор здесь не прокачался. Ладно, будем его культурное насаждение брать. Миссания, все хорошо. Здесь тоже все замечательно. Где-то вот есть еще один агент или армия, которую я никак не могу. Квинт Каний Пурпурион. У этого войска есть неприсвоенная традиция. Легион 4. Возможно, на карте. А, все оказалось гораздо проще, друзья мои. Диодан стайл, что называется, как обычно. Ладно, грозных бойцов берем. Выдаем тогда полководца. Вроде бы как всех я уже прокачал. Вот теперь нам с вами видно, какие у нас с вами отряды есть. Хорошо, сдаем ход. Мне, естественно, писали о том, что типа, Диодан, ты так плохо играешь в Рим 2 Total War. Фу, и знаете, я так подумал на этот счет. В принципе, да, наверное, я стал гораздо хуже играть в Рим 2 Total War по одной простой причине, что я играю в абсолютно разные игры. И вот когда-то Леша Халецкий, он рассказывал, что как только у него, знаете, происходил переход с цивилизации 5 на другие игры, то в целом он, естественно, тоже хуже начинал играть, поскольку навык он постепенно теряется. Возможно, такое же происходит и с Римом 2. Пес его знает, друзья мои. Не могу я сказать. Так, хорошо, на нас тут нападают каменные вороны. Мы с вами отступаем, я думаю. Хорошо. И, что самое приятное, мы с вами остановили эту армию. Она теперь не пойдет на нашу территорию. Так, в Генуе восстание. Готов принять командование. Диверсия в войсках, отравление пищи, торговый договор разорван. Ух ты, восстание неминуемо. Слушайте, столько всякого добра на самом-то деле происходит. Что там за бесчестие? Дурная репутация. Ее поведение осуждает не только женщины, даже рабы. Сделать ее жрицей. Надо угомонить бешенство ее матки. Все, что можно с ней тут сделать. Хорошо, берем мы с вами тогда легион Фульмината на... Ох, Лола, почему это так произошло? Мне интересно знать. Почему это моей армии не хватает дальности передвижения? Так, ладно, хорошо. Легион 4 Марса отправляется вдогонку за мятежниками. Они, естественно, отступают. Но нельзя им дать это сделать. Легион, у тебя как вообще, есть еще? Или закончилось все, братюня? Да, это печальчик на самом-то деле. Так я не понял, легион 2 Фульмината отравили, что ли? Я так и не понял. Восстание неминуемо, фракция уничтожена, инсубры, это замечательно. Враг отступает, Тинкамар. Это все, конечно, прекрасно. Ну ладно, мы тогда... Опа! Тихо, 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 только, блин, ну сомниты, ну что ты будешь делать? Они сейчас анконы у меня... Не, ребят, слушайте, мне надо потом с этими сомнитами разобраться, ей-богу. Потому что меня эти черти уже начинают напрягать, честно говоря. Очень сильно они меня напрягают.
Ёлы-матрёлы. Ёлы-матрёлы. Может, тогда знаете, как сделать? Кавалерию только выделить какую-нибудь. Блин, они сейчас Анкону заберут, а? Не, ну это вообще никуда не годится. Вы же мне простите, мои протектораты, или как вас там называть, судари, но мне с вами, наверное, придется повоевать, потому что вы уже переходите... У нас, понимаете, сомниты скоро будут наравне с Римом по силе. Вот это да. Ладно, забираем тогда с полиции себе. Ну реально офигели ребята, конечно же. И я опять-таки не смогу себе регион в полное подчинение получить. Ну война с сомнитами, да... Похоже, что нам с вами придется это делать. Они по-любому сейчас Анкону эту возьмут. Хоть они и на ускоренном марше находятся, но они потом просто перейдут. Вот черти вонючие, а? Твари, ублюдки. Пизавр-то, кстати, пизавр там надо перестраивать все постройки. Давайте в селение меняем. Далее, здесь в рыбный порт. Или что у нас вообще с общественным порядком? Сейчас еще одно будет у нас восстание, судя по всему. Только одно с вами угомонили. Так, а по поводу, ну, здесь римской культурой все, в принципе, хорошо. Можно вот на общественный порядок и на культурное влияние Рима. Эдикта хлеби зрелищах, доход от морской торговли. Давайте тогда вот это построим мы с вами. В Ареции пока что храмы я тоже совершенствовать не буду. Ну да, сомниты что-то у нас тут с вами, ну, совсем нехорошо ведут, я вам так могу сказать. Добро, добро. Мы с вами тут пустоши, давайте построим тогда пригород, доход от ремесел, чтобы у нас тоже был потихонечку. Но у сомнитов армия находится в Лилипее, надо бы вообще узнать, какие у них войска, если честно, чтобы понять, с кем нам предстоит воевать. Но меня реально они напрягают, очень сильно напрягают, конечно же. Так, ну что ж, дружище каменный ворон. Ну у него там, в принципе, войска в основном копейщики, можно повоевать. Странно, показывает, что мы не победим. А, стоп, там избранные мечники, точняк, избранные мечники, да. Страшные ребята, базовый боевой дух 66, у него их еще плюс присягнувшие будут, хотя это знатные копейщики. Но у нас есть велит, у нас есть гастат, но гастаты, понятное дело, проиграют, в принципе, есть два отряда. Но все равно как-то странно, балансер нам, конечно же, показывает, кельтские воины, крестьяне-новобранцы, кельтские пращники. Ну что, мы с тремя отрядами избранных мечников, что ли, не справимся? Тем более, что у нас есть принципы, три отряда гастатов, кавалерия, артиллерия. Давайте мы их с вами прокачаем на всякий пожарный. Вот таким вот образом, да? Конницу, наверное, тоже баф... А, конницу уже не хватит нам с вами денежек. Нападаем тогда на пацанов, погнали. Не знаю, почему так показывает балансер, если честно. Но надо попробовать, посмотреть. Каменные вороны. И хорошо, что мы с вами в лесах находимся. Это просто супер. Плюс у нас есть стрелковые отряды. Ну да, просто возьмем велитов, мы с вами за спину заведем. В принципе, 4 отряда у противника. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отрядов у него, которые могут сражаться в ближнем бою. Но у нас плюс конница, плюс артиллерия. По избранным мечникам сейчас постреляем. Как они, конечно, будут выдерживать попадание этих снарядов, мне очень интересно знать. Так, сухая погода. Хорошо, начинаем. Мы сразу, наверное, с вами будем выстраиваться на передовую. Опять-таки, баллисты всякие мы вот с вами будем располагать, хорошо. Плюс принципы. А у принципов, интересно, бронька поменялась? Да, вроде бы как нет. Все по стариночке. Ну и хорошо, у нас есть тяжелая пехота. Плюс пращники. Плюс кавалерия. Такс, и где наши братюни? Я думаю, конницу имеет смысл отправить наперед, все равно у противника нет конных юнитов. А, вот они. Так, ну что, баллиста тогда наша, получается, пусть потихонечку подходит. Опа, уже полетели, что ли, снаряды? Это от кого? Да, это, походу, реально от баллисты. На избранных мечников полетели первые снаряды, даже кого-то там выпилить умудрился. Вот это да, двоих человек, аж двоих человек, я уж двум радуюсь. Так, баллисты, вы только... Как-то вы очень странно действуете, честно говоря. Разворачивайтесь довольно непонятно. Ладно, мы с вами пращников, наверное, тоже сюда наперед выставим. Велиты тоже идут. Кавалерия пока что палит все это дело. Отлично, все, баллисты начинают работать. Баллисты начинают работать, да. Бедные полулысые чуваки. Ну, это как раз-таки тест-драйв юнитов, друзья мои. Слушайте, а противник-то приближается.
Ладно, конницу и квитов мы с вами отведем сюда. Гастата выставим в качестве оборонки. Принципов попробуем завести с этого фланга. Все, пращники начинаете стрелять. Вот так вот у баллиста тут, мне кажется, много-то и не настреляет на самом деле. Ну, понятное дело, искусственный интеллект не хочет, чтобы его войска просто стояли там, отдыхали и находились под обстрелом. Так, спращники уже мои, все, начинают стрелять. Слушайте, баллисты-то, в принципе, неплохо так настреливают. Смотрите, там такие горы трупиков остаются. Очень даже неплохо. Так, пращники начинают меняться. Давайте мы с вами их отведем обратно. Гастатов оставляем здесь. Принципы на наемных кельтских воинов. Так, сдали вильтиков мы с вами сейчас с правого фланга. Попробуем здесь пострелять. И баллиста пусть работает по знатным копейщикам. А что, обмен у нас здесь произойдет? Да, пилами полетели, отлично. Ух ты. Очень хорошо мы тут их с вами понаснимали, отлично. Все, пращники пусть тоже потихонечку настреливают. Баллиста наша работает, велиты. Идите сюда, и сейчас кавалерию мы с вами заводим в тыл к врагу. Ну, тактика стандартная, думаю, дело, понимаете? Так, свелиты начинают на копейщиков настреливать. Хорошо. Генерала нашего давайте бафнем войска, кого-нибудь попробуем пофирить. Хотя избранных мечников бесполезно, по-моему, фирить, да? И вот тут у нас кельтские пращники остаются. Вот на них надо бы тоже пойти бомбом устроить. В это время велиты спокойно. Нет, велитов, наверное, все-таки лучше. Но с вами чисто, чтобы они с тыла накидывали. А, видите, еще знатные копейщики идут на перехват. Ты по кому стреляешь, баллиста? Сейчас еще наших цепанешь тут случайно. Ой, блин. Там по коннице они отстрелялись. Так, вопрос, как они пойдут дальше. Даже получают они опыт. Отлично, пролетают здесь снаряды. Хорошо, один отряд пращников мы с вами разогнали. Второй выстрел, второй залп по нашей кавалерии прилетает. Хорошо, мы с вами тоже опыт получили. Ну да, как-то очень неточно стреляют, конечно же, баллисты. Конница отходит у нас обратно. Мы в любом случае просто дергаем с вами этих знатных копейщиков. Они пока что устают. Велиты в это время спокойненько тут настреливают у нас, да? Как-то они очень, знаете, медленно стреляют на самом-то деле. Надо их пробафать, что ли. Так, что у нас все время здесь? У гастатов проблемки возникают определенного рода. Тут у нас погоня знатными копейщиками. Но все равно работает по ним баллиста. Хочется сказать, бариста. И наши велиты сколько вообще настреляли? 22-53, слушайте, да довольно неплохо-то они на самом деле настреливают. Если их вот так в тылы к врагам проводить, то это очень даже неплохо. Велиты умнички, молодцы, меня радует. Так, ну все, конницу мы там с вами сейчас будем уже на перехват кидать. Только вы, ребятки, концентрированный огонь по крестьянам новобранцев. В принципе, стоят очень хорошо. Так, крестьяне-новобранцы сейчас начнут уже падать потихонечку. Отлично, отлично. Слушайте, меня радует вообще. Давайте даже, наверное, крикнем с вами на крестьян-новобранцев. Да, хорошо. И что теперь получается? Мы с вами доводим опять избранных. А, ну тут избранные мечники стоят. Тут уже, понятное дело, у нас проблемки возникают. Пращников тогда мы с вами тоже переводим на один фланг. Баллиста перестала стрелять. Там, правда... А, у нее просто боеприпасы закончились. Но это не беда. Хорошо, конница возвращается. Сейчас будем пробивать им один из флангов. Второй отряд, наверное, пусть на пращников идет, так как все равно там дебаф есть на боевой дух из-за того, что по нам стреляют. Все, избранные мечники остались 62 человека, не так уж и много. Кавалерию разделяем, хорошо. Такс. И велиты. А, все, закончились снаряды, да? Ну, слушайте, кидать их в ближний бой, это, конечно, спорная затея. Тем более против избранных мечников. Ну, а почему бы и нет? Давайте вместе с кавалерией сейчас их накроем вообще по полной. Хорошо, пошли, генерал. Бафает на сплотить ряды. Пращников сейчас тут тоже мы с вами проведем. Конница залетает, ну не очень удачно, конечно же, но 115 человек остается. Да, тут гастатам очень тяжело было бы. Именно на этот фланг, как назло, пришли все избранные мечники наши. Опасные твари. Принципы там освободились. Крестьяне-новобранцы, давайте их добьем. Так, ну тут кельтские воины еще стоят. Давайте мы с вами все-таки велитов отведем вместе с кавалерией благополучно. Потому что это все-таки, ребятки, не для того, чтобы воевать в ближнем бою созданы были, как мне кажется. И тогда заходим сюда. Да, странная битва, конечно же. Все, конница у нас отходит вместе с велитами. Не буду я их тут напрягать. Пращники уже начинают работать. Пам-пам-пам-пам-пам, 76. Ну, в принципе, если по тылам, если бы еще наши пращники, конечно, не промахивались, это было бы идеально, это было бы просто супер.
Так, сейчас у нас тут с вами другая немножко ситуация. У нас там знатные копейщики подходят. Но зато я высвободил один отряд гастатов. Отлично, сейчас мы с вами их попробуем провести. Так, принципы готовы. Все, пошли, ребятки. Пошли, родимые мои. Там сейчас будет очень веселая у нас битва. Ой, блин, нам правый фланг пробили, друзья мои. Друзья мои, нам как бы правый фланг реально разбили. Баллисту отводим обратно. Вот это поворот. Мы просто обменялись флангами с противником. Все, знатные копейщики здесь у нас появились. Хорошо. Ну и что, настреливаем с помощью прачников по избранным мечникам мы с вами, друзья мои. Хорошо. Кого бы тут нам с вами... Давайте на избранных тоже попробуем пофирить. По сути, это реально самые мощные отряды у них оказались. Так, ну и что, получится ли их прачниками закидать? 51 человек остался. Не могу сказать, что прям уж они там особо-то сильные потери понесли. Давайте элитов тоже заведем сюда. Так, ну и кавалерия. Кавалерия сейчас попробует выбивать. Избранные мечники. Тут у нас кельтские воины колеблются. Ну, это слабенькие ребятки, понятное дело. Ничего они сделать не могут. Ну, а прачники наши, слушайте, ну нормально. Они там шестерых перестреляли. Красавчики, в общем, молодцы. Баллисту вообще кидаем куда-нибудь вообще далеко. Чтобы она тут нам не мешалась. И знатные копейщики, 67 человек осталось. Тут бы еще надо подумать, как нам с вами войти по-грамотному. Попробуем окружить вообще противников. Бафаем тогда наш отряд гастатов. Оставшиеся отряды тоже на боевой дух. Избранные мечники остаются. 61 и 55. Второй же отряд здесь у нас уходит, да? 44. Так, ну прачники их догнать, я думаю, не смогут. Давайте их попробуем с тыла сейчас завести. Там они пусть гуляют. Все равно, как только битва закончится, мы с ними разберемся. Но здесь принципы... 79 человек. Очень уставшими. Ребятки, потерпите. 65 человек все-таки против вас воюет. Так, конница залетает. Но тут, слушайте, в последний момент они успевают все равно развернуться, собаки. 63 человека. Отводим кавалерию обратно. Здесь тем временем у нас вообще веселый за месяц происходит. 54 и 50. То есть, как бы вы понимали, даже казалось бы, какие-то простые варварские войска, но, тем не менее, очень даже неплохо они и стоят. Но все равно Венет потеряет свою армию. С вами пока что дергаем баллисту. Опа-опа-опа-па. Давайте, ребятки, только не попадите под их огонь. Что уже бедные устали, колеблются. А, разбиты лошары. Сейчас мы к вам конницу отправим. Она с вами сейчас поговорит. Хорошо, молодцы. Здесь у нас, получается, ребятки тоже все. Да, устали. И остается генеральский отряд. Кидаем на него всех. Гастатов сейчас тоже подведем и просто расстреливаем пацанов. Потрясенные противники. Сейчас мы еще их тут зафирим. Но нормальная битва. Могло все быть гораздо хуже для нас. На самом деле, главное, сейчас тут они не успели свалить с этого поля боя. Хорошая битва, друзья мои. Отличная битва, я бы так сказал. Выстраиваем все войска. Ну и прачники тут пусть просто спокойненько достреливают. Ускоряем ход. Опять-таки торжественное построение наше. Посмотрим мы с вами. Уже, знаете, такая традиция. Римские войска. Да, ребята, устали, я все понимаю. Но хороший бой, на самом-то деле. Очень хороший бой. Молодцы, молодцы, мужики. Ох, ну что, смотрим, кто сколько нарубал. 151, 131. Гастаты 75, 49. Велиты 83, 113. Очень хорошие отряды. Всадники 82, 116. И римская баллиста 137. Отличный отряд. Генерал одного умудрился забрать. Вот такая вот у нас, ребята, битва прошла. Шикарно вообще. Сколько мы с вами противников-то позабирали. Неплохо, неплохо. Тем более, что балансер показывал нам, что мы тут вообще не сможем победить. Но, как оказалось, если собраться, то все получится. Виллиты очень порадовали. Если их вот так с тыла заводить по-грамотному, то могут делать великие вещи. Ну и мы воевали с вами, напоминаю, против избранных мечников. Как-никак. Все-таки надо это тоже понимать и учитывать. Каменные вороны. Венеты. Венеты, да. Ну что, убиваем пленных, порабощаем. Убиваем пленных, конечно же. Военные традиции третьего ранга появляются у нашего легиона. Давайте мы с вами тогда как поступим. Здесь мы выдадим урон всех стрелковых отрядов. Средние осадные машины. Выстрелов в минуту. Боевой дух всех отрядов в сражениях с налетчиками. Да, тут надо бы и подумать. Урон всех отрядов. Давайте все-таки на безжалостных завоевателей.
Потом здесь мы с вами эту армию просто добьем. А, так там всего один отряд-то остался. Бедняжки. Оба! На тебе по яйкам. Хорошо, молодцы. Все, с винетами у нас тут проблемки были решены. Остался только Потавий. А нанять войска я здесь могу какие-нибудь? Гастатов только один отряд. Рарариев, как мясо, да? В Верцелах у нас восстание. Будем ждать, на следующий ход разберемся. Ну, тогда, прежде чем воевать с сомнитами, нам надо вообще подготовиться, так как тут у нас товарищи сомниты вообще мощные ребятки. Нормально Диодан со своим протекторатом воевать собирается. Ну, меня реально не радует, друзья мои, что так поступают эти сомниты. Сидите там на своей территории, им так он там кучу всего понаотдавал. Зачем вам ко мне топ-то? Сиракузы еще гуляют. Мне не жалко, с одной стороны, да? Но был бы толк от этих сомнитов, честно говоря. От них же нет толку. Ну что, они захватят? Суки, захватили. Захватили, тварь, а? Ну, как я и говорил. У нас просто, понимаете, даже целый регион не получится создать себе. Что-то они там нехорошие творят, эти винеты. К сожалению, я не вижу. Все равно придется воевать со всеми. Нормально. В Пизавре восстание, диверсии в войсках, исследование завершено, политическое событие, дурная репутация. Отлично, отлично. И сейчас дайте-ка угадаю. Эти собаки сюда придут. Из Анконы. Они еще и Пизавр захватят. Просто супер. Идеально. Best of the best, как говорится. Не-не-не-не, ребятки, так не надо делать. Слушайте, я так реально скоро просто-напросто останусь без поселений своих. Что еще тут можно сказать? Скоро в Ореции произойдет восстание. Садимся мы с вами в Пизу. Ну, у нас тут с вами и так есть общественный эдикт на общественный порядок. Плюс 4, культурное влияние Рима. Давайте вот этот храм мы с вами влепим себе. Так, сдали легион 4 Марция. А чё с тобой-то? Почему встал? Ой-ой, идет борьба за провинцию. Ее потенциал может снизиться. Так я ее и так не контролировал. Чё вы мне там рассказываете? Так, с Полецией у нас с вами. Я же там разрушил эту тему. Но с Полецией давайте... Надо вообще с общественным порядком здесь что-то делать. Карфини, благо. Карфини где у нас вообще находится? Карфини, Тарквини. Но Карфини там так просто не взять. Трусская армия, возмездие Вити. Да, они в Спалеции могут вернуться, конечно же. Черти вонючие. Ладно, осаждаем мы с вами Потавий тогда. Просто будем держать его здесь. Надеюсь, на меня они потом не нападут. Но можно наемничков выдать каких-нибудь. Ой, блин, а у нас же тут потеря. Черт, надо было, конечно, подготовиться. Давайте тогда снимаем осаду. Очень странно это было с моей стороны, конечно же, сделано. Но надо здесь подготовиться. А подготовиться денежек у нас нет, к сожалению. Видите, как все это происходит. Ладно, Гостилия Флора, давай разведку совершай. Легион 4 Марса вообще-то просто остановлен. И Геную могут захватить. Это будет вообще, конечно же, весело. Так, с Нойфпизи сидит мощный легион. Давайте мы гастатов, наверное, распустим часть отрядов. Да, потому что у нас сейчас с вами с денежным довольствием вообще проблемы очень большие. Ну, в Ольве все на средничке осталось. Легион 4 и Овия пусть перемещается сюда потихонечку. Да, сомниты. Что же вы такое делаете-то? Нехорошо поступаете, ей-богу. И вот они сейчас пойдут из Анконы на Пизавр, я вот уверен. Нормально, Карфаген тут уже ходит. Сиракузы гуляют. Да, весело. Сомнитов так просто еще и не разбить, на самом деле. Нет, братан, я отказываюсь от атаки. Совсем, что ли, офигел? Вот мне интересно, захватил ли он ее или нет. Блин, ну это... Не, ну это уже меня, ребятки, совсем уже вымораживает. У меня из-под носа уводят мои поселения, которые я прокачивал. Не, может быть, конечно же, искусственный интеллект там думает, что он мне помогает, все дела. И прочее. Сука, он захватил Пизавра. Да вы с ума, что ли, сошли, ребят? Ну что за бред? Он взял у меня Пизавр угнал.
Гребаный ты покемон. Просто супер, братан, спасибо тебе. От души душевно в душу поддержка, блин. Получение из протектората. Да, и он мне толпу предлагает нанять. Зашибись. Просто зашибись, дружище. Вот. Спасибо тебе. Спасибо. Просто медвежья услуга. Давно потерянный сын. Нет, это слать его. Пошел ты в пень. Ой, сомниты, сомниты. Что с вами делать-то теперь? Сомниты, сомниты. Взяли у меня капую, отжали. Беневент, Сипонт. Все у меня отжали. Ублюдки. Ну ладно, сейчас не до вас, конечно же. У нас тут сейчас немножко другие проблемы. У нас алабурги прибывают к нам в гости внезапно вместе с вольками. Поэтому нам, наверное, надо в Генуе становиться по-хорошему так, нанимать тут себе товарищей принципов. Несколько отрядов, да, и сидеть и ждать. Мятежная армия. Если они даже и придут, они ничего... тут у нас винетов. Нифига себе, Блин, короче, хрен выговоришь, пацана. Ладно, мы с вами тогда с сомнитами потом разберемся. Сейчас надо что-то решать с товарищами. Вот этими сударями, да? Тогда мы с вами, наверное, попробуем встать в осаду Потавия. Опять-таки, да? Просто чтобы они там войска не нанимали. Положение не усугублялось, а потом уже легионом третьим Геркулия просто подойдем и по башке им надаем. Да, друзья мои, дела-дела тут у нас веселые. Очень веселые, я бы так сказал. И из Пизы легион второй Фульминат у нас не сможет выйти. Плюс полиция. Минус 40 общественного порядка. Там сейчас опять у нас, я так понял, кое-кто восстанет. Поэтому легион второй Фульминат выводим сюда, и Спалец опять будет захвачен. А потом чудесным образом Может, это какая-то многоходовочка от сомнитов, а? Может, они все это спонсируют, ублюдки такие? Ой, там Карфаген уже подходит своими флотилиями. Ребятки, веселуха только начинается. Если вы думали, что тут у нас затишье... Нет. Ну да, мне не хватало только сейчас еще с сомнитами воевать, а потом ко мне Карфаген прибудет такой, здрасте, мордасть. Просто жалко, у меня там прокачанные территории. Ливия прибывает. Восстание неминуемо. Убрия и Пицен. Продвижение по службе. Хорошо, мальчик исчез. Это самое лучшее, что может быть, на самом деле. Чтобы этот мальчик-дурачок просто исчез. Минус 90, минус 39. Хорошо. Так, ну и теперь наш легион 3 Геркулия. Тоже встает к Потавию. И мы с вами его благополучно себе захватываем. Все, с винетами разобрался, хотя бы с одними тварями. Гайся, какой у него шлем, посмотрите, белый. Лол, что я такого не видел. Окей, оккупируем поселение. Повышение ранга, фракция уничтожена. Все, слава тебе, Господи. С винетами разобрался. Легион 3 Геркулия, топай теперь на запад. Тебе там предстоит добрые дела творить. Замечательное. Потом союзные берийские пращники пока что оставляем. Ой, тут надо вообще все переделывать. Но общественный порядок пока что растет, пока там восставший у нас есть. Ладно, кузницу переделывать не будем. Вот Потави там надо все менять, конечно же. Гражданская колония, давайте на общественный порядок. Здесь... А здесь у меня денежек больше нет, да? Кузница бронза. У меня есть уже кузница бронза. Она третьего уровня? Стоп, погоди-ка. Оружие уровень 2. Ага. Оружие уровень 2 я только могу себе здесь сделать. Так, братишка, давайте полководцы тогда. В принципе, по предметам у нас кто вообще там может оказаться. Давайте посмотрим. Армия. Боевой дух конницы при наборе зачем? Боевой дух конницы всех отрядов плюс 2 на боевой дух. Харизма, заход, коррупция. А, это жена его. Ах ты ж сучка. Мешаешь нашему благопристойному мужу нормально жить? Нехорошо, нехорошо. Хорошо, и здесь мы с вами тогда... Нехорошо, нехорошо, хорошо. Мятежная армия, лигурийские мятежники. Но они все равно не возьмут нас. Генуя. Я тут пока что на халяву восстановлю себе боевой дух. И общественный порядок. Все как надо будет. Даже, видите, такие темы не решают. Но, в принципе, алтарь Юпитера должен появиться. Очень скоро. Хорошо.
И тогда мы с вами Гастилию Флору кидаем тоже на запад. Так, по поводу Карфагена. Там, я смотрю, у нас какие-то защитники Адериндиндима появляются. Их надо будет потом отсюда выбивать благополучно. Поскольку меня это совершенно не радует. Сохраняться-то не могу. Все время забываю. Привычка с Total War. Warhammer. Так, Карфаген у нас уходит на юга. Плюс он тусуется здесь. Рядом с Лилибеем проходит. И сиракузики наши. В принципе, можно как поступить? Просто отбить... кто такие? Вы что, ребятки, совсем что ли? Психи. Обычный режим. Массивы. Что-то я вообще даже не помню, что с вами воевал. Мне казалось, вы просто как туристы приехали в Сиракузы там, на Сицилию. А вы нифига не туристы. Как оказалось-то. А я таких туристов не люблю. Хорошо, до сюда. Мне еще Мессану не хватило потерять. Не хватало потерять, чтобы ее опять сомниты забрали. Ай, твари. Так, ну что? У нас тут с вами штурм проходит, да? Не, я, наверное, лично его буду проводить, потому что там потом на меня лигурийские мятежники могут напасть. И тогда будет бомбом полнейший, друзья мои. Тогда будет просто до свидания. Если я тут сейчас большие потери понесу, потом эти лигурийские мятежники такие «здрасте, здрасте» и сомниты чудесным образом окажутся рядом. Все, я знаю, как все это работает, как все это действует. Рим 2 ты меня не проведешь. Давайте. Ой, блин, тут вонялки такие. А чего вы воняете-то? Или после осады? Ну, у меня тут, конечно, гарнизон не слабый, если честно. Ладно, в принципе, поставим. Еще надо как-то... Да можно, в принципе, просто здесь взять. Закрыться в этом поселении. Без палева. Наверное, так я с вами поступлю. Просто раскину тут отряды. Да, наверное, мы с вами так и будем делать. Просто со всех сторон закроемся. Чтобы к нам не смогли пройти никто. Пацанов тоже расставим вот таким вот образом, да? И там 4 резервных отряда, условно говоря, будут стоять у нас по центру. Вместе с принципами. С принципами. Почему их все время принципами называют? Рарари, генерала кидаем сюда. Толпу всю эту. Потом застрельщиков. Хорошо, будем так действовать. Там, конечно, мощные группировки. А там, по идее, еще с другой стороны должны они подходить. Или это все их войска? Ливия, ну серьезно, что ли? Такой армии ко мне топать? Обижаете, обижаете. Вот это я понимаю, Рим, вот это мощь, гастаты, все дела. Все там воюют, какие-то храмы, слушай, а храм как будто разрушенный. Или это, а, нет, это какие-то верфи. Нормально, верфь храмом назвал. Совсем не верю я в своих пацанов. Такой, знаете, как будто ОМОН. И тут эти чуваки с деревень к нам приехали, решили штурмовать город внезапно. А кто там у нас на море? Давайте, давайте сюда быстрее, ребятки. Кто там у нас, грузовые, что ли? Че это вы тут халтурите? Сидите, а? Вонючие ублюдки. Так, построение произошло. Друзья мои, все, готовимся. Тут, в принципе, можно будет еще вот этих товарищей вот так выставить, чтобы они там сзади накидывали. Ну да, по идее, здесь мы с вами закрыли, тут перекрыли все это дело. Погоди-ка, а тут мы выставить их не сможем. Ну, хорошо. Я бы еще, конечно же, взял себе атакующую черепаху там поставил. Да, реально, как будто ОМОН, такой Майдан тут местный у нас происходит. Ну, по крайней мере, знаете, можно насладиться красотой битвы. Правда, жалко, что Рим у нас тут не особо красочный. Опа. Слушайте, по-моему, там сейчас будет серьезный замес, поэтому я сюда все-таки, наверное, один отряд принципов добавлю в качестве усиления. Потому что мало ли чем там у нас это все дело закончится и как они вообще там будут стоять. Знаете, это просто срочники стоят. А это уже ОМОНовцы такие конкретные. Так, все, ребятки, пошла атака. Так, с пилу мы полетели, первые, вторые, опа-опа-па. Все, начинается бой. Заходят пацаны внутрь, хорошо. Пошла жара, так, здесь, по идее, тоже у нас сейчас будет выход. А нет, стоят. Не, я могу вообще сделать хитрый план, на самом-то деле. Просто взять и... Я, наверное, этот хитрый план себе реализую. Я просто сюда проведу тогда. Я туда проведу еще парочку отрядов. С тыла их тут захвачу и все. Потому что тут кельтские воины, кельтские пращники. Как-то это все не очень меня радует, честно говоря.
побежали, друзья мои. Да, реально, как будто ОМОН у нас тут действует такое. Ликвидация этих общественных беспорядков. А, тут ребята хитрые, кельтские пращники там у них еще. Нормально, у нас там еще пацаны выгрузились. Смотрим, перехватим. А тут у нас все закрыто, да, отлично. Идите тогда пока что сюда. Ух ты, ух ты, ух ты, на нас тут атака этом идет на самом-то деле. Кельтские воины там еще. Ну ладно, сейчас мы их перехватим здесь. Пошли, 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 друзья мои, давайте, давайте, давайте. Отлично, красавчики, здесь пока что все равно стоят, молодцы. Там, смотрите, с высоты прилетают какие-то снаряды. Так, что у нас по центру, кто там вообще стреляет-то? Опа, перехватили товарищи. Слушайте, нормальных тут половину отряда им снесли, 62 человека осталось всего лишь. Хорошо, и пока что у нас самое напряжение, это вот здесь по центру происходит. Так, теперь кельтские воины, 108 человек, тут бы... Честно говоря, принципов вот сюда вывести, потому что они тут просто стоят сзади, толчутся, ничего не делают. Такс, хорошо. И это вся их армия получается, да? Больше никого нет. Давайте мы тогда с вами гастатов еще тут переведем, чтобы пиломами отстреляться по грамотному, по противникам. Добро. Здесь тем временем что у нас происходит? Битва. Крестьяне-новобранцы, кельтские юноши ничего сделать не смогут, начинаем потихонечку давить. Хорошо. Принципы встали. Давайте, поднимайте свои пиломы, надо будет нам еще тут пострелять по ним. Ой, а гастаты случайно, судя по всему, попали тут в передрягу. Принципы. Все, полетели первые пиломы. Ух ты, на вас тут наемные знатные всадники. Фига себе, даже пробили строй. Жестокие перцы. Ладно, гастаты переходят. Вторые гастаты тоже сюда идут. Да можно, в принципе, и оставшихся 4 отряда. Давайте 3 все-таки выведем сюда потихонечку. Потому что чего тут кота за яйца тянуть? Мы и так всех этих тварей побьем. Ну и здесь 2 отряда тоже отправляем на крестьян-новобранцев. Хорошо. Так, а там, кстати, у кого-то проблема у нас. Это, судя по всему, у здешних гастатов. Вот, туда необходимо отправить, я думаю, подкрепление в виде рарариев. Мне кажется, там могут пробить нам строй на самом-то деле. Еще сюда гастатов перекидываем, чтобы все было поспокойнее. И, в принципе, здесь по-прежнему начинают стрелять. Давайте отправляем их на кельтских воинов. Гастатов здесь пока что переводим. Все, пошли, 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 ребятки. Красавчики, здесь тем временем начинаем отгонять. Да, лучше этих гальских охотников и пращников вообще гонять нашими гастатами, потому что если я сейчас там нападу с тыла, то мне потом они начнут тоже накидывать. Так, ну и толпу для мяса, наверное, тоже сюда кинем, лишний не будет. А вот теперь уже наши 2 отряда гастатов тут сейчас будут с тыла вот этих пацанов месить. Генерала подводим для бафа наших войск. Что у нас тем временем здесь? Крестьяне-новобранцы, гастатов тогда еще сюда укрепляем. Что мне надо на самом деле эти бунты ликвидировать в России. Организовывать ликвидацию бунта. Ой-ой-ой, там у наших пацанов и гастатов потрясены, атакованы с тыла. Сейчас мы страховочку кинем. Там, видите, кавалерия еще подошла. Ой, блин, убегают ребята. Да, надо тут затыкать их. Поэтому сейчас мы тут с вами выставим план перехват. Еще 3-й отряд, наверное, поставим здесь. Гастаты сейчас, давайте, давайте. Ребят, ну вы держитесь. Наш уже рядом, все хорошо. Переживать не стоит. Так, тем временем у нас что здесь происходит? Вас, наверное, сюда переведем. Начинайте там с тыла накидывать. Видите, еще кельтские пращники, наемные гальские охотники. Все, врываемся на крестьян-новобранцев. Сейчас мы там устроим веселую там. Будут они воевать тут против Рима, а? Совсем офигели. Прибыли на мои территории, кто вы там? Кельтские воины. А, нет, это Вольки, это не Ливия даже. Я еще думал, почему Ливия кельтские воины. Сейчас наркомания. Совсем, ребятки, обкурились. Так, ну все, замечательно. У нас тут с вами ликвидация идет. Блин, там по принципам, правда, видите, еще накидывают кельтские пращники. Ну тут нормально, всех перехватим. Все, часть вражеских воинов, крестьян-новобранцев уже начинает у нас бежать. Начинаем тогда давить мы с вами. Начинаем давить. Усиливаем напор. Все, пошла контратака ОМОНа. Начинается тут у нас рубилово лютое, страшное. Эти уже не знают, куда бежать, потому что сзади мы их тут с вами перехватили. Не-не-не-не, погодите-ка, погодите, друзья, мы так с вами не договаривались. Надо всех убивать. Нельзя дать этой народной массе тут уйти на самом-то деле. Все, все, всех ловим. Всех просто эти в пазики. Всех пазики, ОМОН все как надо делает. Отлично, кельтские войны тут у нас тоже перешли.
Сейчас, ребят, мы с вами потом в отделении милиции будем говорить. Никто не уйдет у нас отсюда. Хорошо, ну все. Вражескую армию разбили мы с вами. Я думаю, что если бы играли через автобой, то там потери были бы пострашнее. Наемные знатные всадники у нас тут остаются. Так, ну принципов тогда подкинем сюда. На поддержку наших товарищей. Вот это я понимаю. Беркут тут отработал у нас как надо, что называется. Блин, генерала бы еще сюда провести, потому что потом эти все товарищи могут к нам вернуться еще. А мне это как-то неохота делать. Поэтому генерала переводим сюда. И вообще жалко, что кавалерию себе не нанял в этой армии. Это, конечно, большой минус. Но наемные знатные всадники тем временем остаются все равно. И тут у нас еще присягнувшие, мои славные, любимые твари. Тогда мы с вами гастатов сейчас сюда переведем. Толпа там пусть у нас гонится за этими наемными гальскими охотниками. Потому что часть наших отрядов там все равно испугалась. Ух ты, еще и с тыла у нас нападают собаки такие. Ну все, генерал там пусть нарубает. Фраги себе получает. Бонусы, бафы, дебафы. Присягнувши сколько? 76 человек остается. Ну реально очень опасные ребята. И потом у нас будет, естественно, торжественное построение. Без этого никуда, это уже наша традиция. На присягнувших выходим. Так, ну и здесь добиваем наемных знатных всадников. Генерал, что встал-то? Смотри, сколько там фрагов. Давай, беги. Всех захватывай, всех шатай. Да, с присягнувшими что-то надо делать. С ними нельзя сражаться в ближнем бою ни в коем случае. Их надо просто, не знаю, расстреливать, наверное. Потому что иначе тут ничего у нас не получится. И наемные знатные всадники тоже очень серьезные ребята. Плебс, понятно. Ребятки просто убегают, крестьяне новобранцы потрясены. Генерал тут даже умудряется потери нести какие-то. Как так, дружище? Так, а вы куда побежали? Вы что творите? Вы куда бежите, идиоты? Вас же тут пращники настреливают. Все, разобрались мы с присягнувшими, разбиты, отлично. Это победа. Это, ребятки, победа. Итавин. Продолжаем битву, все, торжественное построение. У нас тут с вами отлично вообще, мы с вами выполнили свою задачу. Давайте, бегут пусть все товарищи сюда, генерала подводим. Давайте ускорим время. Сейчас с кем-то тут даже перестрелялись. Гастатов будем, наверное, мы с вами в один строй устраивать. Принципов во второй. Сейчас будем обсуждать мы с вами ликвидацию этих общественных беспорядков наших. Стрелковые отряды сюда по-другому выставляем. И еще вот этих вот товарищей здесь, таким вот образом. И рарариев, как замыкающие. Так, генерал сейчас будет тут всем по башке давать. Итого, друзья мои, давайте мы с вами посмотрим, что у нас тут произошло. Лютый, страшный замес, посмотрите. Тут, конечно же, на этих баррикадах вся либеральная общественность благополучно сдохла, слава богу. Мы им, блин, тут дубинками по башке понадавали. Далее, здесь, конечно, замесы были не такие страшные, но вот основная масса событий происходила именно здесь. Блин, ОМОНовцы тоже, конечно, погибли. Ну все, ребята, молодцы. Я поздравляю вас, очень хорошо все поработали. Разогнали этих ублюдков. Умнички, зайки. Принцип 53 человека. 60 человек, что-то вы как-то мало нарубали. Тоже 60. И вот этот отряд 123. Далее, рарари 20 умудрились забрать. Хорошо, молодцы. Левисы 26, 28. Левисы здесь 18, 31. А кто вообще всех поубивал-то, ребята? Я что-то даже не понимаю. Тяжелая победа, друзья мои. Ну, половину армии, кстати, потеряли почти. Ну, не половину, но треть. Да, то несколько отрядов гастатов вообще полностью были уничтожены. Ну правильно, там страшные вообще эти мечники появились. Убиваем пленных. До свидания, молодые люди. И Ливия. Повышение ранга. Казна плюс 2000, повышение ранга. Военное развитие, конечно же. Вот такая вот у нас сегодня была заруба очень серьезная. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать, наверное, наш стрим. С вами был Диодант. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.